Taksuran Milyatanina Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading the Nectar of Devotion, chapter number 12, entitled Further Aspects of Transcendental Service. Мы читаем 12 главу Нектара преданности, которая называется «Другие аспекты трансцендентного служения». Rupa Goswami is describing the different aspects of devotional service, and then he's giving evidence from scriptures to support these activities. Rupa Goswami описывает различные виды преданного служения и приводит цитаты, доказательства из священных писаний. Today we are beginning with the topic associating with advanced devotees. Сегодня мы начнем тему, которая называется общение с продвинутыми преданными. Go ahead. Насколько важно обсуждать Шримад Бхагаватам в обществе чистых преданных, объяснил Шона Акамуни на собрании мудрецов на Имишарани в присутствии Суты Госвами. Сута Госвами подтвердил, если человеку выпадает удача хотя бы на мгновение находиться в обществе чистого преданного Господа, это мгновение так драгоценно, что даже благочестивая деятельность, открывающая человеку доступ на райские планеты или дарующая освобождение от материальных страданий, не может сравниться с ним. Иначе говоря, тех, кто привязан к Шримад Бхагаватам, не интересуют наслаждения, доступные в царствах высших планетных систем, так же, как и освобождение, к которому стремятся имперсоналисты. Таким образом, общение с чистыми преданными обладает такой трансцендентной ценностью, что ни один вид материального счастья не идет ни в какое сравнение с ним. All right, so this statement describes the value of the association of devotees. В этом утверждении описывается ценность общения с преданными. In the association of devotees, there will be discussion of Srimad Bhagavatam. Когда преданные общаются, они должны обсуждать Шримад Бхагаватам. Just like 5,000 years ago, the sages of Naimisharanya, many great sages from around the planet gathered in the holy place Naimisharanya because they knew Kali Yuga was beginning. 5000 лет назад возвышенные мудрецы со всех мест собрались в святом месте на Имишаране, поскольку начиналась Кали-юга. So they were concerned for the welfare of the people in the coming Kali-yuga. Они беспокоились о благополучии людей в наступающей Кали-юге. They knew that Kali-yuga means a lot of inauspicious circumstances and a lot of irreligion. Они знали, что Кали-юга это значит много неблагоприятных обстоятельств и отсутствие религии. And we can see today how inauspicious the planet is. Мы сегодня можем видеть, насколько неблагоприятна сейчас наша планета. Disease everywhere. People are afraid to move, to even go out of their house. Повсюду болезни, люди переполнены страхом, и они даже боятся выходить из дома. Death rate has become
accelerated. И люди умирают гораздо больше, чем раньше. Just like here in India, there's so many people dying from the disease, COVID disease, that they don't have enough places to burn the bodies. И в Индии сейчас умирает так много людей от ковида, что не хватает мест для сжигания тел. It's hard for them to get enough wood to do all the cremations. Сложно достать даже достаточно дров, чтобы провести кремацию. So this is a very inauspicious circumstances which we find ourselves in at this time. И мы сейчас находимся в очень неблагоприятных обстоятельствах. So this was all predicted 5,000 years ago. И это все уже было предсказано 5,000 лет назад. The sages all went to Naimisharanya to perform sacrifice for 1,000 years. И все мудрецы собрались в Наимишаране, чтобы провести жертвоприношение продолжительностью 1,000 лет. Nowadays people talk about doing, oh, we'll do 24-hour kirtan. We'll do 24-hour kirtan. But 5,000 years ago, the sages went to Naimisharanya to spend 1,000 years there. И сейчас люди говорят о проведении 24-часового киртана, а в те времена мудрецы на Наимишаране собрались там, чтобы провести жертвоприношение 1,000 лет. And they were performing the yagya, they were doing sacrifice. Sacrifice means for the pleasure of the Supreme Lord. И они проводили ягью и делали подношения для удовлетворения Господа. So these people, the sages were led by the leader of the sages was Shonaka Muni. И главой мудрецов был Шонака Муни. And Shonaka Muni was putting the questions before the speaker who was to reply to the questions was Sutta Goswami. И Шонака Муни задавал вопросы Сути Госвами, который говорил, отвечал на вопросы. So Sutta Goswami explained the value of the association of a pure devotee. И Сута Госвами описывал ценность общения с чистыми преданными. Then, if you can get even one moment's association, it is more valuable than any kind of material wealth. И одно мгновение, проведенное в обществе чистого преданного, даже более ценно, чем все материальное богатство. Right. In the scriptures they use the term lava matra. We say sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, sarva shastra hoy, lava matra, sadhu sanghi, sarva siddhi hoy. That there's nothing more valuable than the association of the pure devotee. И в Писании говорится лава матра и приводится вот данный стих, и в котором говорится, что нет ничего более ценного, чем общение с чистыми преданными. And if one can get that association even for a moment, one moment means a fraction of a second, then it's the most valuable thing. И если человек получает такое общение даже на мгновение, а мгновение это значит доля секунды, то это самая ценная вещь. We may think, oh, it's very good if you can get to go to heaven, if you can be promoted to the heavenly planets and enjoy the long life and the sense gratification of heaven. We may think that's very good. И мы думаем, что попасть на райские планеты это очень хорошо, если наше как-то поведение поспособствует этому. Or we may think that one can be liberated from the material world and enter into the impersonal Brahman. Then there are no miseries, there's no suffering there. Либо кто-то может думать, что освобождение
И когда человек попадает в Брахманы, это очень хорошо, потому что там нет страданий и тревог. But even more valuable than these things is the association of the pure devotee. Но даже более ценно, чем все эти вещи, это общение с чистым преданным. Why is it so valuable? What's so special about the association of the pure devotee? Почему настолько ценно общение с чистым преданным? Почему оно настолько особенное? Что в нем особенного? Well, one thing is the pure devotee carries the Lord in his heart, so he's a representative of the Supreme Lord. И первое – это то, что чистый преданный несет Господа в своем сердце. Таким образом, он является его представителем. And he has pure devotion, and he can give pure devotion to others. И у него есть эта чистая преданность, и он может дать ее другим. And if one is fortunate enough to get that pure devotion, then that means you never have to take birth again in the material world. Если кому-то выпадает удача принять эту преданность, то он никогда больше не родится в материальном мире. In fact, you become qualified with pure devotion. You become qualified to enter into the spiritual world and to take part in Krishna's pastimes. Как только вы обретаете эту квалификацию, эту чистоту, чистую преданность, то вы становитесь квалифицированными войти в духовный мир, чтобы принять участие в играх Господа. Такова ценность общения с чистым преданным. So we should be very eager to get that kind of association. Таким образом, мы должны гореть желанием, чтобы получить такого рода общение. We should understand the value of that kind of association. Мы должны понимать ценность такого рода общения. Go ahead. В Хари Бхакти Судадае приводится беседа Прохлады Махараджа с его отцом Хираньякашипу, в которой Хираньякашипу обращается к Прохладе с такими словами. «Дорогой сын, общение имеет огромное значение. Оно подобно кристаллу, отражающему все, что ставят перед ним. Подобно этому, когда мы общаемся с подобными цветам, преданными Господа, и наши сердца кристально чисты, несомненно, произойдет то же самое. В этой связи приводят и другой пример. Если мужчина не импотент, а женщина здорова, то их соединение приведет к зачатию. Подобно этому, если оба, тот, кто принимает духовное знание, и тот, кто передает его искренне и отвечает всем требованиям, это не принесет хороший результат. All right. So two examples are given here. First, we have the example of Hiranyakashipu, who is a demon. He's the king of the demons, and he's speaking to his devoted son Prahlad. И здесь приводятся два примера, и один из них – это пример Хираньякашипу, который был демоном, царем демонов, и он беседует со своим сыном Прохладой, который является преданным. And although Hiranyakashipu is a demon, he's very knowledgeable, he has a lot of intelligence. И хотя Хираньякашипу является демоном, он очень знающий, у него великий разум. When I say intelligence, I don't mean transcendental intelligence, but he has material intelligence. Когда я говорю разум, это не значит трансцендентный разум, а это значит материальный разум. His intelligence is in relation to his own sense gratification and his material circumstances. Его разум связан с чувственными наслаждениями в его в тех обстоятельствах материальных, в которых он находится. So he is explaining to his son how association is very important. Он объясняет своему сыну, насколько важным является общение. And he said, association is just like a crystal stone. И он говорит, что общение подобно кристаллу. So the nature of the crystal stone is whatever is in front of it, it will reflect that in the stone. И природа кристалла такова, что что бы перед ним ни оказалось, это все отражается в кристалле. So, as far as devotees is concerned, this is very important.
И в отношении преданных это очень важно. Because if we can associate with a pure devotee, then we can reflect their qualities, their good qualities. Если мы у нас появится возможность общаться с чистыми преданными, то тогда мы сможем отражать их хорошие качества. But our heart has to be like the crystal stone. It has to be clear. Но в этом случае наше сердце должно быть подобно кристаллу, оно должно быть чисто. If we are not sincere, then our hearts will not be clear. Если мы не будем искренними, то тогда наши сердца не будут чисты. Then we won't be able to take advantage of the association of the devotees. Тогда мы не сможем получить благо от общения с преданными. But if we are not, if we are sincere, if we're not, have, if we don't have any other purpose in mind, and we just simply want to take spiritual benefit, then by their association we can also be benefited. Но если наше сердце чисто и в нашем уме нет других мыслей, кроме получения духовного блага, то тогда мы это благо получим. And then Srila Prabhupada gives another example. He talks about if a man and a woman associate together, and if the man is potent and the woman is healthy, then there will be a child. И Шрила Прабхупада приводит другой пример, когда встречаются мужчина и женщина, и когда мужчина полон сил, а женщина здорова, то их соединение приведет к зачатию. If the woman is not healthy, or the man is not potent, then be very difficult to have a child. Но если женщина нездорова и мужчина импотент, то очень сложно будет зачать ребенка. So then Prabhupada applies this in the same way to transcendental knowledge, to transmitting spiritual knowledge. И Шрила Прабхупада применяет эти примеры в отношении трансцендентного знания. He says, the person who is speaking, he has to be potent. И он говорит, что человек, который говорит, который вещает, он должен обладать потенцией, он должен обладать силой. And the person who is hearing, who is listening and trying to take it, who wants to hear the spiritual knowledge, they have to be sincere, they have to be genuine and wanting to be devotees. А человек, который слушает это знание, он должен быть искренним в том, чтобы получить это духовное знание. So when both the speaker and the audience are sincere and qualified, then you'll get good result. И когда обе стороны, и тот, кто говорит, и тот, кто слушает, квалифицированы, то тогда будет результат. You may have a good speaker, you may not have a good audience, so you won't get good result. Если у вас есть хороший лектор, но нет хорошей аудитории, то тогда вы не получите должного результата, хорошего результата. Or you may have a good audience, but you don't have a qualified speaker, so you won't get good result. Если у вас есть хорошая аудитория, но не квалифицированный лектор, то вы также не получите хорошего результата. Both have to be qualified. И те, и другие должны быть квалифицированы. This is discussed in the very first chapter of the Srimad Bhagavatam. Это описывается в самой первой главе Шримад Бхагаватам. Сутта Госвами is described as a very qualified speaker. И Сутта Госвами описывается как очень квалифицированный лектор. That he'd studied all the scriptures, he'd studied from many great devotees. Он изучил много священных писаний от великих, от множества великих преданных. And the sages, the audience of Naimasharanya, they were also qualified. They were very eager to hear. И аудитория, перед которой он говорил, мудрецы Наимасхарани, также были очень квалифицированы, они горели желанием слушать. And they had come there not just for their own benefit, but because they were concerned for the whole world.
И они пришли туда не ради собственной выгоды, они пришли из-за того, что беспокоились обо всем мире. They were thinking how to do some good for the whole planet. Они думали, как сделать что-то хорошее для всей планеты. Because they knew the Kali Yuga is beginning. Hare Bol. Okay. Yeah. Hare Krishna. You still there? Yeah. Hare Krishna Guru Maharaj, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Now, yes. Okay. So they were concerned to do good for the whole planet. Итак, они были озабочены тем, чтобы сделать что-то хорошее для всей планеты. So go ahead, next, chanting the holy name of the Lord. И следующая тема называется повторение святого имени Господа. Важность повторения Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари, особенно подчеркивается во второй песне Шримад Бхагаватам 1.11, где Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшит: «О царь, того, кто испытывает спонтанную привязанность к чтению Махамантры Хари Кришна, нужно считать достигшим высшей ступени совершенства». Особо подчеркивается, что если Махамантру повторяют карми, желающие наслаждаться плодами своей деятельности, люди, ищущие спасения в слиянии с Верховной Личностью, и йоги, стремящиеся к мистическим совершенствам, то одного этого повторения достаточно, чтобы они достигли совершенства в любой деятельности. Шукадева использует в приведенном стихе слово «нирнитам», что означает «это было окончательно установлено». Он был освобожденный душой и потому не стал бы утверждать ничего сомнительного. Итак, Шукадева Госвами особо подчеркивает это. Не может быть никаких сомнений в том, что тот, кто читает Махамантру Харе Кришна и делает это с решимостью и постоянством, уже миновал все ловушки кармической деятельности, умозрительного философствования и мистической йоги. So, the importance of chanting the Mahamantra is described, we're given evidence from the second canto, first chapter of Srimad Bhagavatam. И здесь дается, здесь говорится о важности повторения Махамантры и приводится цитата из второй песни первой главы Шримад Бхагаватам. And Sukadeva Goswami is instructing Maharaj Parikshit about the importance of chanting the holy name. И Шукадева Госвами рассказывает Махараджу Парикшиту о важности повторения святого имени. He says somebody who is chanting the holy name with, if they're very steady and very determined in their chanting, then it's to be understood that they're perfect in their spiritual life. И он говорит, что тот, кто очень решителен в своем повторении, то исходя из этого становится понятно, что они совершенны в своей духовной деятельности. There are different kinds of people practicing for their spiritual benefit. И есть различные типы людей, которые практикуют это ради своего духовного блага. But you get some people, they have practices not for spiritual benefit, but for material benefit. Но некоторые делают это не ради духовного блага, а ради материального. Just like, you know, karmis, materialistic people, they want to enjoy the material world. Например, карми, материалистичные люди, которые хотят наслаждаться материальным миром. So all their activities are done for their own sense gratification. То есть вся их деятельность направлена на чувственное наслаждение. And then you've got other people who are thinking about liberation, who just want to get out of the material world and want to merge into the Brahman. А также есть люди, которые стремятся вырваться из материального мира и получить освобождение и слиться с Брахманом. And then you have yogis who may want to get mystic powers. А также есть йоги, которые стремятся к мистическим совершенствам. But all of these different kinds of people, they could get this whatever they want, they could get it simply by chanting Hare Krishna.
Но все эти типы людей, они могут достичь того, чего они хотят, просто повторяя Харе Кришна. In Srimad Bhagavatam it says, it doesn't matter if you have all material desires or no material desires or desire liberation. Everyone should do devotional service. Шримад Бхагаватам говорится, если у вас материальные желания, нет ли у вас материальных желаний, желаете ли вы освобождения, вы все должны заниматься преданным служением. So then Prabhupada talks about this one word which is used in, by Sukadeva Goswami, which means that it has already been decided. И здесь Шрила Прабхупада подчеркивает слово, которое использует Шукадева Госвами, которое означает, это было окончательно установлено. So he means that anybody who is chanting Hare Krishna with determination and who is very regular in their chanting, they do it every day without fail, then it's understood that this is, he's come to perfection. То есть смысл этого в том, что тот, кто с решимостью повторяет, регулярно повторяет Харе Кришна, каждый день не пропуская, то, несомненно, он обретет совершенство. Means he's not interested in anything material. Он не заинтересован ни в чем материальном. He has no desire for liberation, and he doesn't want mystic powers. У него нет желания освобождения, и он не желает мистических сил, обретения мистических сил. Because he's getting so much pleasure and satisfaction in the chanting of the holy name. Поскольку он черпает огромное удовлетворение в повторении святого имени. Go ahead. Тоже утверждает и Кришна в Ади-Пуране. Обращаясь к Арджуне, он говорит: «Тот, кто повторяет мое трансцендентное имя, всегда общается со мной. И я могу честно признаться тебе, что такому преданному ничего не стоит обрести меня». So, this is from the Purana, Lord Krishna is addressing, is telling Arjuna about the power of chanting his holy name. И здесь приводится цитата из Ади-Пураны, где Кришна объясняет Арджуне силу святого имени. And Krishna said, Krishna, Lord Krishna told Arjuna that by chanting the holy name, they're associating with me. И Кришна говорит Арджуне, что тот, кто повторяет святое имя, общается со мной. Of course, we have to understand there's quality in the chanting. We have to chant pure, without offense. Конечно, мы должны понимать, что повторение должно быть качественно, без оскорблений. And if we do, when we do pure chanting, then we can understand Krishna is with us. И когда мы повторяем чисто, то мы понимаем, что Кришна рядом с нами. We say, Lord Krishna comes in the form of His holy name. Кришна приходит к нам в форме своего святого имени. And then Lord Krishna tells Arjuna, he says that when a devotee is chanting his name very nicely, purely, without offense, then Krishna says, I am conquered by them, I'm under their control. И Кришна говорит Арджуне, что тот, кто повторяет святое имя чисто, без оскорблений, этот человек, он побеждает меня, я попадаю под его контроль. We see how, because Arjuna is a pure devotee, Lord Krishna agreed to become his chariot driver during the battle of Kurukshetra. И мы видим, что поскольку Арджуна является чистым преданным, то Кришна согласился стать его колесничем на поле битвы Курукшетра. And also, Lord Krishna became the messenger on behalf of Maharaj Yudhisthira. He took a message to Dhritarashtra for Maharaj Yudhisthira. И также Кришна согласился быть посланником Махараджи Юдхиштхиры. Он
передал сообщение Юдхиштхиры царю Дритараштре. These are some examples. There are many other examples where we see how Krishna is controlled by his devotees. И мы видим множество других примеров, которые показывают, как преданные контролируют Кришну. Go ahead. В Падмапуране также говорится: мантру Хари Кришна можно услышать только из уст человека, который в течение многих жизней поклонялся Васудеве. И далее. Между святым именем Господа и им самим нет разницы. Следовательно, святое имя по самодостаточности, чистоте и вечности так же совершенно, как сам Господь. Святое имя — нематериальный звук, и в нем нет и следа материальной скверны. Поэтому тот, кто не сумел очистить свои чувства, не в состоянии повторять святое имя без оскорблений. Иными словами, материальные чувства не могут как следует участвовать в процессе повторения святых имен Махамантры Хари Кришны. Однако, если человек начинает повторять мантру, он получает возможность очистить себя до такой степени, чтобы в скором времени повторять мантру без оскорблений. Okay. All right, so the statement is from the Padma Purana. Здесь приводится утверждение из Падма Пурана. It said that by chanting the Hare Krishna mantra, then it means that that person must have worshipped Vasudeva for many births. И здесь говорится, что тот человек, который повторяет Маха мантру, он в течение многих жизней поклонялся Васудеве. And it said there's no difference between the holy name and the Lord. The name of the Lord is the Lord. И также говорится, что между святым именем Господа и им самим нет разницы. Святое имя и есть сам Господь. Right? One devotee, there was one sannyasi, he was giving class in front of Prabhupada. And he said, Krishna is in his name. But Prabhupada stopped and said, no. He said, it's not that Krishna is in his name. He said, Krishna is his name. Однажды один саньяси дал лекцию в присутствии Шрилы Прабхупады, и он сказал, Кришна находится в своем имени. Но Шрила Прабхупада прервал его и сказал, Кришна не находится в своем имени, Кришна есть святое имя. The holy name is described Nam Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shudo Nityamukto Binat Nam Namanamino. It's a verse describing how the holy name of Krishna is like Chintamani. It's a wish-fulfilling touchstone which can fulfill all of our desires. И этот стих описывает, что святое имя подобно камню Чинтамани, который исполняет все желания того, кто к нему прикасается. And it is pure, fully pure, and it is eternal, and it is not different from the Lord. И святое имя чисто, вечно, и оно не отлично от Господа. So just as Lord Krishna is perfect and his body is Satchidananda, the holy name is also like that. И поскольку Господь Кришна совершенен, и его тело является Сатчитананда, то святое имя такое же. So then Prabhupada explains the chanting of Hare Krishna mantra is not some material sound vibration. И дальше Шрила Прабхупада говорит, что повторение святого имени — это не материальный звук. And there cannot be any material contamination in the chanting of the holy name. И в повторении святого имени не может быть и следа материальной скверны. Somebody may be chanting the holy name, they may be chanting without, they may not be chanting purely, they may be chanting with offenses, so then there will be material contamination. That's due to them, it's not due to the holy name.
И, возможно, кто-то повторяет святое оскорбление. Тогда в святом в этом повторении присутствует материальная скверна, но это осквернение приходит из-за того, кто повторяет, а не из-за святого имени. So in order to chant the holy name without offense, we have to purify our senses. И чтобы повторять святое имя без оскорблений, мы должны очистить свои чувства. If our senses are still contaminated with a lot of materialistic desires, then we won't be able to chant the holy name. Если наши чувства осквернены материальными желаниями, то тогда мы не сможем чисто повторять святое имя. But still we should chant, even though we may say, well, my senses are not purified, so maybe I shouldn't chant. No, we still should chant, and then by chanting, we can purify our senses. Но все же мы должны продолжать повторение святых имен. Вы можете сказать, ну, если я повторяю нечисто, может быть, я не должен повторять? Нет, мы должны продолжать это делать, и с помощью повторения мы очистим свои чувства. And if we chant, then gradually we will become... Our chanting will become without offenses. И если мы будем повторять, то постепенно наше повторение очистится от оскорблений. So chanting Hare Krishna mantra is the means to perfection. Таким образом, повторение Hare Krishna Mahamantra является средством к достижению совершенства. But chanting Hare Krishna is also the perfection. Но само повторение Хари Кришны также является совершенством. So it's both the means to perfection and it is perfection. Таким образом, это является и средством к достижению совершенства и является самим совершенством. Go ahead. Чайтанья Махапрабху советовал каждому повторять мантру Хари Кришна, хотя бы для того, чтобы очистить свое сердце от пыли. И когда его сердце очистится, человек сможет по-настоящему осознать важность святого имени. Те, у кого нет желания очистить свое сердце, кто хочет сохранять все как есть, не могут обрести трансцендентный плод повторения мантры Хари Кришны. Поэтому так необходимо стараться развить в себе стремление служить Господу. Это поможет нам повторять святое имя без оскорблений. Так, под руководством духовного учителя, ученик одновременно обучается тому, как нести служение и повторять мантру Хари Кришны. И как только в нем развивается стихийное желание служить, он сразу же постигает трансцендентную природу святых имен Махамантры. All right. So, Prabhupada is referring to Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers, the very first verse, which describes the chanting of the holy name. И здесь Шрила Прабхупада ссылается на первый стих Шикшаштики, который произнес читание Махапрабху. That by chanting the holy name, by taking part in Sankirtan, one can cleanse the dust from the heart. И где говорится, что тот человек, который повторяет святое имя и участвует в Санкиртане, очищает свое сердце от пыли. We have to understand, we've been in this material world for a very long time. So our hearts are very contaminated. Мы должны понимать, что мы находимся в этом материальном мире уже очень долгое время, и поэтому наши сердца очень осквернены. There's a mountain of sin in our heart. В нашем сердце горы грехов. So we have to clean the heart. We have to clean it very thoroughly. Поэтому мы должны очистить свое сердце и должны сделать это очень тщательно. But if somebody thinks, "Oh, I'm not so bad. I'm okay. I don't need to worry," then they won't be able to appreciate the chanting of Hare Krishna mantra. Но если кто-то думает, так у меня и так все хорошо, я и так хороший, тогда такой человек не сможет оценить Хари Кришна Махамантру. One has to actually feel the need to clean the heart. Человек должен чувствовать потребность в очищении сердца. We should think, yes, my heart is very dirty. I really need to clean my heart.
мы должны думать, мое сердце действительно очень искоренено, загрязнено, и я должен очистить его. Then we will take to the chanting with enthusiasm. И тогда мы возьмемся за повторение мантры с энтузиазмом. But however, somebody may not, you know, they have the mood that, oh, I'm okay, I don't need to clean my heart, I don't want to chant Hare Krishna, they don't have the desire to take part in Sankirtan. Но кто-то может думать, так, у меня нет желания чистить свое сердце, у меня нет желания повторять Hare Krishna Махамантры, такие люди не принимают участие в Санкиртане. So we should try to somehow engage them in some service, let them do some service for Krishna. Поэтому мы должны каким-то образом задействовать их в служении Кришне, то есть дать им возможность поучаствовать в служении Господу. We see people come to the temple and we try to engage them. We get somebody to help maybe cut vegetables and somebody help to clean, wash, sweep the floor, mop the floor. И когда люди приходят в храм, мы пытаемся их занять в служении, даем им возможность почистить овощи или убраться или помыть пол. Some people have some may have some special qualifications. Maybe somebody knows how to use computers or how to do accounting. We try to engage them according to their propensity. И какие-то люди обладают какой-то определенной квалификацией. Например, кто-то хорошо разбирается в компьютерах, кто-то хорош в бухгалтерском деле, и мы должны задействовать их в соответствии с их качествами. Jaipataka Swami describes how he became a devotee, that he was planning to go to India, and then he heard that there's going to be a Rath Yatra festival in San Francisco. Шрила Джайпатака Свами описывал, как он стал преданным. Он собирался поехать в Индию и услышал, что в Сан-Франциско проводится Радхаятра. So he went to find the devotees who were putting on the Rath Yatra festival, and he found they were building the Rath Yatra chariot. И он отправился искать преданных, которые занимаются Радхаятрой, и он увидел преданных, которые строят колесницу. And so there was one devotee there, a man called Jayananda Prabhu. And Jayananda asked him, when Jaipataka came there, he asked him, he said, do you know how to use a hammer? Do you know how to use a hammer? Yes, a hammer. Hammer, use it to put nails in. Надрицхарана Прабху, можете подсказать, что такое хаммер? Умеешь пользоваться молотком? А, понял. И Джайананда, там был один преданный, которого звали Джайананда, и он спросил Джайпатаку с вами, ты умеешь пользоваться молотком? And so he gave Джайпатака the hammer. And he said, take some nails and you help me put these nails in into the chariot. И он дал ему молоток и гвозди, и Джайпатака с вами забил несколько гвоздей в эту колесницу. So this was the beginning of his devotional service. И это было началом его преданного служения. Sometimes, you know, somebody has a car and they're a good driver, so they may be given some driving service. Can you go take this devotee, he has to go to market to do the shopping, you can take him there and bring him back. Например, вот у кого-то есть машина, и человек является хорошим водителем, таким образом его можно попросить, допустим, съездить на рынок, привезти какие-то овощи. And some ladies are very good in sewing and designing, and they make beautiful dresses for the deities. Некоторые женщины очень хорошо шьют и очень хорошо в дизайне, поэтому они могут шить замечательные, красивые одежды. And we know also some devotees are very musically talented. They can play instruments very nicely, so they can also help with the kirtan.
Мы также знаем, что некоторые преданные очень талантливы в музицировании и могут играть на различных инструментах очень хорошо, и поэтому они могут помогать вести киртан. So the idea is that by getting people engaged in some kind of service, they will develop an attraction for chanting Hare Krishna. То есть идея состоит в том, чтобы занять людей, привлечь людей в служение, чтобы они, занимаясь им, почувствовали привлечение к святому, влечение к святому имени. Well, we see people come to Krishna consciousness, and sometimes it's really difficult for them to chant Hare Krishna on beats. И мы видим, что иногда люди, приходя в движение в сознание Кришны, им очень сложно повторять святое имя на четках. We see in countries where atheism, where there's a lot of atheism, it's difficult for people to just simply hold the beads and chant the Maha Mantra. И в атеистических странах мы видим, что людям очень сложно даже просто держать чётки и повторять Маха Мантру. They don't have any experience in offering prayers. They never prayed to anyone before. И у них нет никакого опыта в вознесении молитв, они никогда никому до этого не молились. So for them to sit and hold the beads and chant, it's very difficult. Поэтому для них очень сложно сесть, взять чётки и воспевать. But if you ask them to do some service, they're very happy. They like to do some kind of, they give them something to do using their hands or using their legs, whatever, they're able to do something, they're very happy to do that. Но если вы их попросите заняться какой-то деятельностью, чтобы они могли задействовать свои руки или ноги, они тогда становятся очень счастливыми от этого. So this way, by doing some service, gradually they will awaken an attraction for chanting the holy name. Таким образом, будучи занятыми в преданном служении, они постепенно пробуждают свою привязанность к святому имени. So, developing the right, the mood to do service, to give, to do service is very helpful to help to bring people into Krishna consciousness. Таким образом, развитие умонастроения преданного служения, развитие желания заниматься преданным служением очень сильно помогает. Yeah, this Krishna, this Krishna consciousness movement is meant for giving people the chance to develop their service, to do some service for Krishna. И это движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы давать людям шанс заниматься преданным служением Кришне. And we call this, we talk technically, this, such service is called Ajata Sukriti. That by chance, unknowingly, they're doing some pious activity. И это служение, эта деятельность называется агьята-сукрити, когда люди случайно, неосознанно совершают преданное служение. When Lord Chaitanya, 500 years ago, Lord Chaitanya had come to Benares, and he was invited to meet, he was invited to a program in a Brahmana's house, where all the Mayavadi sannyasis were coming. 500 лет назад Господа Чайтанью пригласили в дом одного саньяси в Бенарасе, чтобы он провел там программу. So when Lord Chaitanya came there, he first of all sat in the place, he sat in the doorway where people washed their feet. И когда Господь Чайтанья пришел туда, он сел у ворот, у порога, где люди омывали свои стопы. Because the room was already full with other Mayavadi sannyasis, so Lord Chaitanya was very humble and he just sat down in the doorway. И комната уже была переполнена саньяси Майвади, и Господь Чайтанья был очень смиренным, и он просто сел у порога. But when he sat there, he exhibited this effulgence, which made him look like the, you know, like he was like the supreme Brahman himself. He was so effulgent. И
Effulgent. Effulgent, but light was coming out from his body. И когда он сел таким образом, свет начал исходить, сияние начало исходить из его тела. So the leader of the Mayavadi sannyasis was known as Prakashananda Sarasvati. И лидер саньяси Майявади, которого звали Пракашананда Сарасвати. And he was a very big Mayavadi. He was always talking about the Brahman, and he had nothing to do with, he didn't understand devotional service at all. Он был очень великим саньяси Майявади, и он всегда говорил о Брамане, он в принципе не понимал, что такое преданное служение. And he couldn't say the name Krishna even. He would talk only of the Brahman and the oneness. He would never speak about, he would never mention the holy name of Krishna. И он даже не мог произнести имени Кришны, он всегда говорил о Брамане, о слиянии. But when Lord Chaitanya sat in the doorway, he stood up and he came over to him and he said, no, please, please come in, please don't sit there. Но когда он увидел Господа Чайтанью, который сидит около порога, он встал, подошел к нему и сказал, пожалуйста, не сидите здесь, пойдемте. So because he did this, because he was so caring and concerned for Lord Chaitanya Mahaprabhu, he got the benefit of Anjata Sukriti, of unknowingly performing pious activity. И поскольку он проявил беспокойство по отношению к Господу Чайтанью, он обрел это Агьята Сукрити в результате своей неосознанной деятельности. And when you do pious activities in relation to the devotee or in relation to the Supreme Lord, then that qualifies you for devotional service. И когда вы совершаете какую-то благочестивую деятельность по отношению к преданным или к самому Господу, то тогда это становится для вас квалификацией в преданном служении. Yeah, by serving the devotees, it opens the doors to liberation. И служение преданным открывает дверь к освобождению. So what, how much more benefit you get if you do service for the Supreme Lord Himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Видите, насколько много обретает человек блага, когда он служит самому Чайтанье Махапрабху. So, by doing this kind of service, people can develop their attraction for chanting Hare Krishna. Благодаря такого рода деятельности, такого рода служения, люди обретают привязанность к повторению святого имени. So our movement is for that, for creating the devotee, changing the demons into devotees. И наше движение предназначено именно для этого, чтобы превращать демонов в преданных. Okay, we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Any questions? Yeah, there are a lot of questions in the chat. Матаджи, Лена Дмитриева, ваш вопрос, пожалуйста. А слышно меня, нет? Сейчас слышно, Матаджи. А, хорошо, тут у меня тут немножко грузится долго. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. В лекции вы, Гуру Махарадж, говорили об искренности. Бывает так, что желание стать преданным очень сильное, а бывает нет. От чего зависит эта искренность стать слугой чистого преданного? Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, and the devotees, please accept my humble obeisances. The question is, you said that you just talked about sincerity. Sometimes the desire to become a devotee is very strong, and sometimes it's not. On what does this sincerity depend to become the servant or the pure devotee? Yes, the mind is like that. Sometimes the mind is the friend, sometimes the mind is the enemy. We have to control the mind.
И наш ум именно таков. Иногда он является нашим другом, а иногда врагом, и мы должны контролировать свой ум. We have to understand both tendencies, both natures are there within us. There's the nature to be a devotee and surrender to Krishna, but then there's also the nature that we want to enjoy material world and have unlimited sense gratification and do a lot of sin. Мы должны понимать, что в нас существуют две природы. Одна природа стремится к Кришне и хочет предаться ему, а другая природа стремится к материальным видам, к материальным наслаждениям в этом мире и к совершению грехов. So we shouldn't be surprised that these things are there in the mind. Поэтому нас не должны удивлять эти вещи, которые находятся в нашем уме. But the sincere devotee will work to control the mind. Но искренне преданный будет работать, чтобы контролировать свой ум. And he will use his intelligence, they will use their intelligence to understand what will happen if we give in to the mind and give up Krishna consciousness and go back to sinful life. И наш ум понимает, что будет, если мы отбросим сознание Кришны и вернемся к греховной жизни. So the sincere devotee will be determined, they will not give in to these, to this weakness, this tendency of the mind to want to give up. И искренне преданный, он очень решительный на этом пути, и он отбрасывает все тенденции своего ума, чтобы свернуть с пути. Of course, we have to pray. If we're sincere, we have to pray to Krishna. We have to pray to the devotees that please help me, give me your mercy. И, конечно же, если мы искренне, то мы должны молиться Кришне, мы должны молиться преданным, пожалуйста, даруйте мне свою милость. I'm very fallen. I need your mercy. Я очень падший, мне нужна ваша милость. Help me to conquer the material energy. Помогите мне одержать победу над материальной энергией. Help me to conquer my mind. Помогите мне одержать победу над моим умом. So we're sincere, we will keep trying. We will make efforts to overcome these tendencies. Если мы искренне, то мы продолжаем стараться преодолевать эти тенденции. So devotees would ask Prabhupada, how do we become sincere? And Prabhupada simply would say, well, by being sincere, you will become sincere. И преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду, а как стать искренним? И Шрила Прабхупада отвечал, что будьте искренними, тогда вы ими станете. Just like teacher may be teaching something, and he will ask the student, do you understand? And the student doesn't like to say, I don't understand. But so you just say, oh yeah, yeah, okay, I understand. Это потом тому, когда учитель учит чему-то, а потом спрашивает ученика, ты понял? И ученик не хочет говорить учителю о том, что он недопонял, и он говорит, да, я все понял. Or they're giving prasadam, and you're really hungry, but they didn't give you much prasadam. And they ask you, have you had enough prasadam? And you don't like to say, no, I want more. So, but you just say, yeah, oh, I'm full, thank you very much. You don't like to ask for more. И, например, если вам дают немного просада, вы очень-очень голодны и спрашивают, а вам достаточно просада? Вы говорите, и хотя вы хотите попросить еще больше, но вы говорите, да, достаточно. And sometimes the devotee may, the teacher may ask you, are you following the rules and regulations? Are you chanting? Yeah, I'm chanting. But we may not be doing. И иногда духовный учитель нас спрашивает, ты повторяешь святое имя и соблюдаешь регулирующие принципы? И ученик говорит, да, я повторяю, хотя на самом деле это не так. So we should not do. Окей, можешь не я заговорить?
Hare Krishna. Tadjana? Hare Krishna, I can hear you. Okay, you're still there. Okay. So we should be straightforward. We should not hide anything. We should not hide the truth. Мы должны быть очень прямыми, искренними, и мы не должны скрывать правду. If we lie and cheat, try to deceive, then it will not be good. Если мы лжем, обманываем, то это не очень, то это не хорошо. So sincere devotee will be straightforward. И искренний преданный, он всегда прямолинеен, он идет вперед. And they will admit their failures and their problems. Would you repeat, please? They will admit, they will be honest, and they will admit if they're doing something which they shouldn't be doing, they will not hide it, they will admit it. И человек, и преданный в этом случае очень честен, он принимает, признает то, что где-то он что-то не делает, он не скрывает этого, он признает. So that's sincerity. И в этом заключается искренность. Yeah. Next question. Yeah. Татьяна. Да. Простите, да? Пожалуйста, можно я вот договорю? Ну вот Гуру Махарадж сейчас сказал, да, что нужно просить милости, но я воспользуюсь такой возможностью попросить милости для своей дочки, у которой сегодня день рождения, чтобы Махарадж как-то тоже благословил. Не знаю, если, конечно, возможно. Спасибо. Матаджи, just asking, you said that we need to ask for the mercy, and she said that I want to ask for mercy for my daughter. She today it's your birthday, so I'm asking you to bless her, please. Yes, we bless her. May she become a nice devotee in Krishna's service. Мы благословляем ее, пусть она станет замечательной преданной в служении Кришне. May Lord Krishna bestow his blessings on her. Пускай Господь благословит ее. Hare Krishna. Спасибо большое. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Hare Krishna, Гуру Махарадж. Hare Krishna, преданные, примите смиренные поклоны. В каком настроении нужно слушать Шримад Бхагаватам? В духе служения своего дикши Гуру, а в духе удовлетворить Шрилу Прабхупаду? А можно читать и слушать в духе постичь Кришну? Какое чище и правильное? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. In what mood we should listen to Srimad Bhagavatam? In the spirit of serving to our Diksha Guru, in the spirit of satisfying Srila Prabhupada, or is it possible to read and to listen in the spirit of understanding Krishna, which is more cleaner and more correct. Thank you. There shouldn't be any difference between the spiritual master, your Diksha spiritual master is a representative of Prabhupada, and he wants to connect you to Prabhupada, and Prabhupada's connecting us to Krishna. And so there's no difference in the mood of service to the Diksha Guru or Prabhupada or Krishna. It's all the same, it's absolute. Нет никакой разницы между служением Дикша Гуру, Шрилы Прабхупады или Кришне, это абсолют. Потому что Дикша Гуру является представителем Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупада является представителем Кришны. If you're thinking of Krishna, then your Guru is pleased and Prabhupada is also pleased.
Если вы думаете о Кришне, то ваш гуру удовлетворен, и Шрила Прабхупада также удовлетворен. And if you're doing it for Prabhupada, then the Diksha Guru and Krishna are pleased. А если вы делаете это для Прабхупады, то тогда удовлетворены Дикша Гуру и Кришна. There's no difference. Нет никакой разницы между ними. Yeah. Next question. Следующий вопрос, Юна Матаджи, пожалуйста. Конечно, спасибо большое. Слышно меня? Да, слышно. О, спасибо. Харе Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, все слова Шри Прабхупаде. Некоторые проповедники говорят, что чистое преданное служение может уничтожить не только прарабдха-карму, но даже прарабдха-карму. Это действительно так? А как это происходит, если прарабдха-карма — это те условия, которые мы уже имеем? Физическое тело, рождение в определенной семье, склонность к какой-то определенной деятельности и так далее. Как эти условия могут измениться? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Some preachers say that pure devotional service can destroy not only aprarabdha karma, but even prarabdha karma. Is it really true? How does this happen if prarabdha karma is the condition that we already have? A physical body birth in a certain family, a tendency to some activity, and etc. How can these conditions change? Thank you. Yes. Well, first of all, is it actually true? Yes, it can be true, but of course it has to be very, very pure devotional service. Да, это может быть правдой. Это ответ на ваш вопрос, но для этого должно быть очень-очень чистое преданное служение. And it has to be also Krishna's desire, that he wants to change the karma. И также должно присутствовать желание Кришны, он должен хотеть изменить карму. A pure devotee will not have that kind of material desire. Чистый преданный не имеет такого рода материальных желаний. The pure devotees will accept whatever situation they're in as their karma. И чистые преданные принимают любую ситуацию, в которой они находятся, как свою карму. And they're not going to be asking Krishna to change their situation. И чистые преданные не просят Кришну изменить ситуацию, в которой они находятся. But we do see, for example, Sudama Brahman went to Dwarka to see Lord Krishna. Но мы, допустим, видим пример Судамы Брамана, когда он пришел в Дварку, чтобы увидеться с Кришной. And of course, Sudama Brahman was married, living with his wife, and they were very poor, and they had nothing, no food, and very old cloth, and their home was in a very poor condition. И Брахман, Судама Брахман, он был женат, у него была жена, но он был очень-очень беден, у них не было даже своей еды, его одежда была очень старая, и они жили в очень стесненных, очень бедных условиях. Of course, Sudama went to Dwarka and met Lord Krishna, and he brought some little crumbs of dried rice to give to Krishna. И когда он пришел в Дварку, конечно же, он принес с собой небольшой подарочек, он принес Кришне небольшое количество сухого риса. And then when he went home, when he went back from Dwarka, he went to his home, then he was surprised to see how everything had changed. И когда он вернулся домой из Двараки, он удивился, насколько все изменилось. That his home had become a palace. Его дом превратился в дворец. And his wife, previously she was very thin and weak and dirty, but when he came home he saw his wife had been rejuvenated and she was very beautiful and she was dressed in a beautiful dress and she had jewelry on. И его жена, которая прежде выглядела очень слабой, она была вся перепачкана,
она была, выглядела очень больной, то теперь она превратилась в настоящую красавицу, и на ней были шикарные одежды и украшения. And she had also servants. There were other ladies there who had become her maid servants. И она была окружена служанками. So Lord Krishna took away the prarabdha karma of Sudama and changed his situation. Таким образом, Кришна забрал прарабдха карму Судамы и изменил ту ситуацию, в которой он находился. But it wasn't the desire of Sudama Brahman. Но это не было желанием Брахмана Судамы. Krishna arranged it because Sudama didn't like opulence. He wanted to be very poor, but Krishna forced him to accept the opulence. И Кришна сам устроил все это, поскольку Судама Браман он не желал богатства и какой-то роскоши, но Кришна заставил его принять все это великолепие. And then in Lord Chaitanya Lila, Lord Chaitanya met one Brahmana, Vasudev, whose body was full of leprosy. И в Лиле Господа Чайтаньи, когда однажды Господь Чайтанья встретил одного Брахмана, которого звали Васудева, чье тело было покрыто чье тело было в проказе, все покрыто проказой. And his body was so diseased, there were worms eating the flesh of his body. И его тело было настолько поражено болезнью, что черви поедали его плоть. And if one of the worms would fall out from his body, he would pick it up and put it back in the flesh where he was eating. И один червь упал с его тела, и он поднял его и обратно посадил поедать плоть. So Lord Chaitanya came there, and Lord Chaitanya embraced him. And when he embraced him, all of his disease left his body. И когда Господь Чайтанья пришел в то место, он обнял его, и болезнь покинула тело Брахмана. And his body was transformed and became very healthy and strong looking. Его тело тут же трансформировалось, изменилось, и он стал очень сильным и здоровым. So the Brahmana Vasudev told Lord Chaitanya, he said, oh, he said, now my disease is cured. He said, I may have the desire for sense gratification. I may fall into material life. И когда Брахман увидел, насколько его тело исцелилось, он сказал, о, как же, что же мне теперь делать? Я могу погрузиться в материальные наслаждения, могу пасть. So Lord Chaitanya told him, yes, he said, so you have to constantly chant Hare Krishna mantra and you have to preach also Krishna consciousness. Then you won't have any trouble. И Господь Чайтанья сказал, да, поэтому ты должен постоянно повторять Хари Кришна Махамантру и проповедовать сознание Кришны, тогда ты не попадешь в такую беду. So you can see the Brahmana, he also had prarabdha karma, his body was diseased, but Lord Chaitanya took it away, changed the body. То есть таким образом у Брахмана также была прарабдха карма, и у него была вот эта вот определенная болезнь, но Господь Чайтанья обнял его и забрал эту прарабдху карму. Similarly, Kulaveka Sridhar, he was very poor. Kulaveka Sridhar lived by selling some things from his banana trees. So he was very poor, he did not have much money at all. И та же самая история была. Подобная же история была с Калавичей Шридхаром. Он был очень беден, и он продавал плоды, которые давали банановые пальмы. So Lord Chaitanya called him and he offered him benediction. He said, ask something, what do you want? И
Господь Читания позвал его и сказал: «Проси, благослови, ничего ты хочешь». And he said, I just want to continue as I'm doing. He said, whatever income I get, I spend 50%. Would you repeat this once again, Guru Maharaj? He said, whatever income I get, I spend 50% to worship Mother Ganga. I just want to continue like this. И Калавичи Шридхар ответил: нет, я хочу продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, и я 50% прибыли трачу на поклонение матери Ганги. Я просто хочу продолжать это делать. So he didn't have any desire to change his karma at all. То есть у него не было вообще никакого желания менять свою карму. He said everybody is suffering and enjoying according to their past deeds. Он говорил, все страдают и наслаждаются в соответствии со своими прошлыми поступками. According to the past deeds, some bird is building a nest in the tree, and some king is living in the palace. И в соответствии со своими прошлыми деяниями птицы строят гнезда на деревьях, а цари живут во дворцах. He said, I don't want to change anything. I have, you know, whatever my situation is, this is the result of my past deeds. Let me go on. Я не хочу ничего менять. Все те условия, в которых я сейчас нахожусь, это результат моих прошлых деяний. Я лишь хочу продолжать делать то, что я делаю. Because he knows by doing devotional service, his life is perfect. И он знал, что благодаря преданному служению его жизнь является совершенной. So, prarabdha karma can be changed. Karma is not eternal. Таким образом, прарабдха карма может быть изменена, карма не вечна. But pure devotees, they don't worry about their karma. Но чистые преданные, они не беспокоятся о собственной карме. They only want devotional service. Birth after birth. Они лишь хотят заниматься преданным служением из рождения в рождение, из жизни в жизнь. Yeah. Another question. Следующий вопрос. Раджарани Матаджи, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Еще один вопрос не по теме катхи. Во второй песне написано, что Махавишну ложится на воды Махататвы и погружается в сон йога-нидра, производя бесчисленное количество вселенной. Вопрос. Когда Махавишну бросает взгляд на Прадхану, где он сам в этот момент находится? В Прадхане или за Прадханой в Брахманджоте духовном? Спасибо, Хари Кришна. Hare Krishna, Guru Maharaj. The question is not on the topic of Katha. In the second canto of Srimad Bhagavatam, it's written that Mahavishnu lies down on the waters of the Mahatattva, and he just falls into sleep, into yoga nidra sleep, and producing countless numbers of universities. And the question is, when Mahavishnu looks at Pradhana, where is he at that moment? In Pradhana or beyond Pradhana, in the spiritual Brahmajyoti? Thank you. Mahavishnu is in the causal ocean. Mahavishnu в причинном океане находится. He's laying in the causal ocean. Он лежит на водах причинного океана. And the pradhan has come out from the body of Mahavishnu. А прадхана исходит из тела Махавишну. And pradhan is the unmanifested stage of the Mahatattva. Прадхана это не проявленная форма Махататвы. So you, it's unmanifested. It's just the material nature in its unmanifested state. Она не проявлена. Это просто материальная природа в своем непроявленном состоянии.
So he glances over, or he impregnates the living entities into the pradhan. Он бросает взгляд на нее, и она производит и производит в прадхане живые существа. Оплодотворяет ее, и возникают живые существа. I'm not able to remember exactly how the creation works. Anyway, Vishnu's glance impregnates the living entities into the material nature. Я не помню абсолютно точно, как идет этот процесс творения, но в любом случае Вишну бросает взгляд на материальную природу и таким образом оплодотворяет его, и появляются живые существа. Okay. Next question? Yeah. Хари Кришна, Югала Прити Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Югала Прити Матаджи, мне зачитать или вы сами? There is no sound. Maybe I'll just read the question. Хари Кришна, ваше святейшество, примите мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Преданные просили узнать о самадхи вайшнавов в Майяпуре. Там хранятся их тела, прах или это пушпа самадхи? Почему чей-то прах опускают в Гангу, а кого-то помещают в самадхи? Hare Krishna, Your Holiness, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. The devotees asked to know about the Vaishnava Samadhi in Mayapur, where their bodies are kept, their ashes, or is it Pushpa Samadhi? Why is someone's ashes just put into the Ganges and someone is placed in Samadhi? Yes. Well, usually the sannyasi's body is put in samadhi. Обычно тела саньяси помещают в самадхи. Right. The ashes which are put in samadhi are usually the ashes of a sannyasi. То есть обычно прах, который помещают в самадхи, это прах от тела саньяси. Now, usually sannyasi's body is not burned. You just said that ashes of sannyasi. Yeah, but not all sannyasi's bodies are put in samadhi. Sometimes, like if the devotee leaves a body in America, they may have to cremate the body. То есть не все тела саньяси сжигаются, например, в Америке, если саньяси оставляет тело, они могут его не кремировать. Они могут его кремировать. So when they, after cremation, then they get the ashes of the body and they put the ashes in samadhi. И затем они после кремации получают этот прах и помещают его в самадхи. It's not a rule that every sannyasi body has to be put into samadhi. Sometimes the bodies are burned and then they take the ashes and put the ashes in samadhi. То есть не обязательно, что тело каждого саньяси помещают в самадхи. Иногда их тело сжигают и помещают туда уже прах. Yeah. It's a problem here in Mayapur. In Mayapur we have quite a few sannyasis. And if you put every sannyasi's body into samadhi, then it will take up a lot of land. И здесь это проблема в Майяпуре, потому что здесь достаточно много саньяси. Если вы каждого будете помещать в самадхи, то это займет большое количество пространства земли. So they don't want to have too many samadhis everywhere. И поэтому здесь не приветствуется большое количество самадхи повсюду. Understand, if you put samadhis, then somebody has to be there to serve the samadhi. You need, it takes people like pujaris to come and do the puja for the samadhi.
Понятно, что если будут какие-то... Понятно, что самадхи требуют еще людей преданных, которые будут приходить и служить этому самадхи. То есть нужен пуджари, который будет приходить и проводить пуджи. So that's a problem for the temple managers to arrange all that. И это является проблемой для руководства храмов, чтобы все это организовать. So these issues are under discussion. Все эти вещи, они еще обсуждаются. Yeah. Okay, next question. Следующий вопрос, пожалуйста, Юна Матыча, ваш. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, есть ли какая-то связь между мудрецами Наймишарани и приходом Господа Чайтаньи? Они ведь беспокоились об участи людей Кали-Юги. Может быть, они медитировали на его явление или так или иначе предвидели его? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, is there any connection between the sages of Наймишарани and Lord Chaitanya's arrival, when he came to the earth, they were worried about the fate of the people of Kali Yuga. Did they meditate on his appearance or somehow foresee it? Thank you. Did they meditate on his appearance? Yeah. Here. Did the sages of Naimisharanya meditate on the appearance of Lord Chaitanya? Yeah, or maybe somehow foresee his appearance here. Well, in the 11th canto, it was described, there was discussion between the Navayogendras, the 9 Yogendras, and Maharaj Nimi. And Maharaj Nimi wanted to know about the Lord's incarnations in each age. В 11-й песне Шримад Бхагаватам приводится разговор Махараджа Ними и Навайогендра, 9 Йогендр, и Махарадж Ними рассказывал о всех инкарнациях Господа в каждую югу. Was described there how the Lord comes, the Lord Chaitanya comes in the Kali Yuga to do Sankirtan. И там описывается, как Господь Чайтанья приходит в Кали-Югу, чтобы распространить движение Санкиртаны. The Lord's incarnations are all mentioned in the scriptures. Все инкарнации Господа упомянуты в Священных Писаниях. And Srimad Bhagavatam describes about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavatam описывает Господа Чайтанья Махапрабху. Not only in Srimad Bhagavatam, but also in the Mahabharata also, there's a verse about Lord Chaitanya. И не только в Srimad Bhagavatam, но также в Махабхарате есть стих о Господе Чайтанье. So the devotees, the learned devotees, they can understand from these verses how Lord Chaitanya was going to come in the Kali Yuga. Ученые преданные, они понимают из этих стихов, как Господь Чайтанья приходит в Кали-Югу. So these were predictions that in this age the Lord come, just like Lord Buddha, it was predicted Lord Buddha was going to come. And he was going to lead the people away from killing animals, and he was going to lead the people away from the Vedas, from following the Vedas, but stop the animal sacrifice. So that was predicted. And similarly, Lord Chaitanya was also predicted. И явление Господа Чайтаньи было предсказано так же, как и явление Господа Будды, который должен был, скажем так, увести людей от принесения жертвоприношений животных, от убийства животных, и также увести их от вет. Подобным же образом было предсказано явление Господа Чайтаньи.
So the Lord's incarnations are all there in the scriptures. То есть все воплощения Господа упомянуты в священных писаниях. Yeah, next question. Следующий вопрос, Валентина Матыча, ваш, пожалуйста. Могу зачитать, видимо, из чата. Хорошо. Харе Кришна, ваше святейшество, Нарисимха Махарадж, спасибо за раскрытие этой темы. Действительно, мне сейчас сложно воспевать на четках, но я делаю это потому, что хочу получить инициацию и найти прибежище у духовного учителя. Это мотив из-за чувства долга. И совершаю благочестивую деятельность для преданных. Они занимают по природе шить одежды для божеств Туласи Деви. И развивается привязанность к служению. Но нет привязанности к святому имени. Просто делаешь из чувства долга. Как развить привязанность к святому имени? Hare Krishna, Your Holiness Narasimha Maharaj, thank you for revealing this topic. It's really difficult for me to chant on the beats right now, but I do it because I want to take initiation and take shelter of a spiritual master. It's motive out of sense of out of a sense of duty, and I do past activities for devotees. Then engaging me by nature. Just I sew clothes for the deities and Tulasi Devi, and I develop attachment to the service. But there is no any attachment to the holy name. Just doing it out of sense of duty. How to develop attachment to the holy name? Thank you. By association with the devotees. Благодаря общению с преданными. The more you spend time with the devotees, and you hear from the devotees, and you do service with the devotees, then gradually you develop a taste for the holy name. Чем больше времени вы проводите с преданными, чем больше вы слушаете преданных, чем больше вы им служите, тем больше вы развиваете вкус к святому имени. Just like I remember when I joined the Krishna consciousness movement, I was not very much interested to hear the lectures. Но я помню, что когда я присоединился к движению сознания Кришны, мне не слишком, не очень интересно было слушать лекции. So I used to always go to the kitchen and help cut the vegetables. И я всегда старался уйти на кухню и помогал там нарезать овощи. And regularly every morning I'd be there in the kitchen helping, cleaning and cutting, doing service in the kitchen. И каждое утро я был на кухне, там, резал, мыл, то есть я занимался служением на кухне. But gradually I became more curious about hearing the class. Но постепенно у меня проявился интерес к тому, чтобы посещать лекции. And after some time I said, look, I want to go to class also. И спустя какое-то время я сказал, я хочу и на лекции тоже ходить. So the same way you do service, you keep doing service, and after some time you start to say, look, I want to chant Hare Krishna. И то есть, когда вы продолжаете заниматься каким-то видом служения, спустя какое-то время постепенно вы обретаете желание повторять Хари Кришну. You say, you tell people, I haven't done my rounds yet. I know you want me to do service, but I have to do my rounds. И вы уже говорите людям, да, я хочу, чтобы вы хотите, чтобы я сделала какое-то служение, но я должна закончить свои круги. So I'll keep doing service, and gradually the taste, the desire for chanting the holy name will come. То есть просто продолжайте свое служение, и постепенно желание повторять святое имя, оно придет. Hare Krishna. Next question. Hare Krishna, ваше святейшество. Если в общении с некоторыми преданными у меня возникает гнев, то что мне делать? Стараться отдаляться от такого общения, которое провоцирует у меня
зависть. Hare Krishna, Your Holiness, if when I just associate with some devotees, it just make me angry. What I should do? Should I try to move away from such association which provokes me, just only greed and envy, just provokes me and envy me. Well, I don't know why it is you get so angry in the association of devotees. I'm trying to understand what's the situation which makes you angry. Но я не понимаю, на самом деле, почему преданные вызывают, общение с преданными вызывает у вас гнев, то есть я должен понимать ситуацию. Maybe you have an angry nature. Maybe just by nature you're angry. Может быть, у вас такая гневная природа. So you have to change that. То есть вы должны ее поменять. Right. Lust, anger, and greed are three gates into hell. И зависть, жадность и гнев являются тремя вратами в ад. And every sane person will try to avoid these things. И каждый святой человек старается избегать этих вещей. So it's good that you're conscious that this anger is not proper and you want to change it. That's good. И это хорошо, что вы понимаете, что этот гнев это не совсем правильная вещь, и вы пытаетесь изменить эту ситуацию. So instead of being angry, you should be joyful. Then you should be happy and you should make a point to smile instead of just frown and look angry at people. You should be happy and smile. И вместо того, чтобы злиться на людей, вы должны стараться улыбаться и быть счастливым в общении с ними. So you have to conquer over this tendency. Sometimes we have this tendency of just to be miserable and to be angry and to be depressed. This, you know, that's not natural. It's not the nature of the soul. И это просто тенденция, это не является природой души быть, находиться в депрессии или быть в гневе. You're in the bodily conception of life. That's why you're angry. You have to change that. You have to come to the transcendental platform. Вы находитесь на материальной платформе, вы должны изменить это. Вы должны выйти на трансцендентный уровень. You have to understand, you're not the body, you're a soul, and the soul's nature is joyful. Вы должны понимать, что вы не тело, вы душа, а природа души — это счастье, радость. So give up this anger and just chant Hare Krishna and be happy. Просто отбросьте этот гнев, повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. Yes. Next question. There is no more questions in the chat. Есть ли еще какие-то вопросы, дорогие преданные? There is one question in the chat. Харат Прабху, пожалуйста, вы задавайте вопрос. Да, спасибо. То есть, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклон. Вы упомянули, что только что, вот для уменьшения природы гнева можно в виде преданных стараться улыбаться, как-то проявлять некую доброжелательность там. Но где разница или та грань между таким лицемерием, когда человек испытывает какие-то негативные чувства, но при этом внешне улыбается, и по-настоящему тренировкой, когда человек вот избавляется от природы гнева?
Guru Maharaj, please accept my obeisances. You mentioned just now in answering on question that if someone has nature of some anger or some not be joyful seeing devotees, you suggested to training, some training to be more, keep smile or be more joyful. And my question is, what the difference between hypocrisy when someone just outside keeps smile, but inside he has some anger or jealous or maybe enviousness. And real training, when we try really Haribo? Yes, Krishna Guru Maharaj, can you hear me? I can hear you. What happened to Adri? He just finished. Do you want to him ask a question again? Has he finished? I may repeat. Yeah. Repeat again, Guru Maharaj. No, I got it all. Just the last part. You were asking about, you know, if it feels anger inside, but outside is smiling. Is that not hypocrisy? Yes. My question is, where is the difference between hypocrisy when someone inside keeps some anger or jealous or enviousness, but outside he's smiling, maybe has good relations, but it's really outside. And real training, when we try to change our nature and we may keep smile or be good, in good relations with devotees, for changing our nature of anger and enviousness. Yes, well, we have to understand. I said the nature of the soul is to be joyful. The soul's nature is Satchidananda. And Bhagavad Gita said, Brahma Bhuta Prasanatma. One who understands they're the Brahman, they're not the body, he's a joyful soul. Мы должны вот этот момент понимать, что душа, она наслаждается, она испытывает счастье. Сатчитананда и в Бхагавадгите говорится Брахма Бхута Прасанатма. Тот, кто природа души в наслаждении, она радостна, счастлива. So if somebody wants to awaken his spiritual nature, he has to conquer over the mind. The mind may be angry. The mind may be hankering and lamenting. И тот, кто хочет заниматься преданным служением, он должен победить свой ум, потому что ум может быть охвачен гневом или может быть охвачен скорбью, печалью. But if one is able to apply this knowledge and decide that I'm not going to listen to my mind, I'm not going to be miserable, instead I'm going to be joyful, I don't think that's hypocrisy. I think that is practical application of Krishna consciousness. Но если человек старается... Guru Maharaj, would you repeat this once again? I do not think that is hypocrisy. If one is joyful, one may be joyful, and he puts aside his anger to be joyful. I think this is the application of Krishna consciousness. И я не думаю, что это лицемерие, когда человек является радостным и оставляет в стороне свой гнев. Он просто это является, скажем так, показателем применения сознания Кришны. Hypocrisy is to say one thing and to do another. Лицемерие – это когда вы говорите одно, а делаете другое. And hypocrisy is taking unfair advantage of other people, cheating them and deceiving them. И лицемерие – это когда вы стараетесь получить какую-то выгоду от людей, обманывая их. If somebody is joyful, even though they may not feel so joyful, but if someone tries to be joyful, I don't think there's any harm in that. Я думаю, что если человек пытается быть радостным, хотя внутри
То есть показать свою радость, но при этом внутри он может быть не так радостный. Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Will help him to awaken his spiritual nature. Это поможет ему пробудить его духовную природу. It will help him to overcome the mind. Это поможет ему победить ум, By being joyful, he can remind himself that he's not the body, that he's a spirit soul. И благодаря вот этой жизнерадостности и тому, что человек веселый и счастливый, это напоминает ему, что он не тело, а душа. So just by being happy, smiling, and being happy and joyful, will have a good effect on others. It will also influence the environment. People will also pick up on it and be happy also. И когда мы улыбаемся, когда мы счастливы, когда мы радостны, мы тем самым оказываем влияние на тех, кто находится рядом с нами. То есть мы меняем окружающих. I remember. Они тоже становятся радостными. I remember seeing an interesting. Video, it was put onto the internet, and it showed how one man got into a train, an underground train. He was in the underground train, and it was full of people. And this one man, he started laughing, and then he started laughing, and gradually, one person after another in the train, they all began to laugh, and the whole train was laughing. Everybody became joyful. Я видела одно видео из интернета, как один мужчина зашел в метро, в поезд в метрополитене, и он начал смеяться. И постепенно, один за другим, все люди в этом вагоне тоже начали смеяться, в итоге смеялись все. So I think it's a good thing. Let people become joyful in Krishna consciousness. Я думаю, это очень хорошо, когда мы позволяем людям быть радостными, помогаем им быть радостными в сознании Кришны. Even when things go wrong, you don't have to take them so seriously. Даже если что-то идет не так, мы не должны это принимать слишком серьезно. I heard a story recently. There were two prime ministers sitting, discussing, and they were discussing political affairs. And in the middle of their conversation, someone burst into the room, and they were very angry, they were yelling and shouting. Я вот знаю одну историю. Два премьер-министра сидели и обсуждали какие-то политические такие моменты, и кто-то внезапно ворвался к ним в комнату и начал кричать. So the prime minister, one of the prime ministers looked at the person and said, you know, now just remember rule number 7. And as soon as he said that, then the person calmed down and walked out of the room. И один из премьер-министров сказал, просто вспомни 7-е правило. И как только этот человек услышал то, что он сказал, он тут же успокоился и вышел из комнаты. Then a little while later, another person burst into the room, and they were also very emotionally upset and yelling and making a big disturbance. And again, the same thing happened. The prime minister looked and said, "Remember rule number 7." И спустя какое-то время еще один человек пошел, и он был чем-то очень озадачен, и был на эмоции весь. И премьер-министр снова сказал, вспомни 7-е правило. So the other, after he said that, the person calmed down and walked out of the room. So the other prime minister was very impressed, and he said, well, this is really wonderful. He said, what is this rule number 7? И этот человек тоже успокоился и тут же вышел из комнаты. И второй премьер-министр, он был очень удивлен и спросил, а что это за правило номер 7? And he said, and what are the other rules? What are the 1-6? What are those rules? И что это за правила, которые стоят перед этим 7-м, с 1-го по 6-е?
So the prime minister looked at the other prime minister and said, oh, there are no other rows. No, there's... And what is row number seven? Don't get so caught up about your own situation every time. И премьер-министр ответил другому, на самом деле нет никаких других правил, а правило номер семь — это просто не слишком погружайтесь в свою собственную ситуацию каждый раз. So in Krishna consciousness we need to remember we're not the center of the universe. И в сознании Кришны мы должны понимать, что мы не являемся центром Вселенной. We're a tiny, insignificant servant of Lord Krishna. Мы маленькие, незначительные слуги Господа Кришны. And we should be very happy that we've come to Krishna consciousness. И мы должны быть очень счастливы, что мы пришли в сознание Кришны. So even if you don't feel happy, if you just try to be happy, you'll become happy. И если вы не чувствуете счастья, а только пытаетесь быть счастливым, то вы им станете. Hare Krishna. Okay. Any other questions? Есть ли еще вопросы? No. No more questions in the chat, Guru Maharaj. Okay, so we'll finish here today. Thank you very much, Tayana, for your translation. Thank all the devotees for their kind participation and their questions and listening. And hope everyone has a good week in Krishna consciousness. Сегодня мы здесь остановимся. Спасибо всем, дорогие преданные, за ваше участие, за ваши вопросы. И очень надеюсь, желаю вам всем хорошей недели. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Go back to Вриндаван ки джай.